Я даже их вытащу. Грег, иди, ты спасибо тоже. А тут мята есть? А можешь мята тоже? Мята, да. Не, лей, бей, я покрою. Ладно. Мы сейчас вместе сделаем, я покажу, как делать формовку, а потом, когда хлеба все пропекутся, это где-то через 20 минут будет, мы принесем к вам наверх в ресторан и уже там раздадимся, ладно? Но вы можете еще спуститься сюда, посмотреть, что тут творится. Те, кто не пишет, ночь. 2 часа ночи. Не, ну я один из других, я его съем. Я вот очень съем. Да, его нереально не съесть, а запах. Не, ну 27-го я приду вечером. Да-да-да. А вы тоже привезете уже готовое, да? Что? Готовое уже? Ну, формовки, да-да. И сырое, потому что...